Ух ты! Да! Здравствуйте! Здравствуйте! Это цирк, да? Да, здравствуйте, это цирк. Я по объявлению пришел. Да, что вы хотели? Вот, сейчас. Вот. Цирку требуется дрессировщик тигров, львов, гаммодрил и по выходным аллигаторов. Да, это наше объявление. А вы дрессировщик кого? Я могу всех попробовать. Давайте всех попробуем. А если я буду всех это дрессировать, то это что по денежке будет? Это получается 600 рублей. А чтобы до 1000 добить, надо кого еще взять? Анаконду можно взять. Она как раз от рук отбилась, да. Бегемота задушила, УАЗик погнула. А она почем? Там 50 рублей за метр идет. Анаконда. Я тогда 8 метров возьму. Так, анкетку заполним? Ну да. Как вас зовут? Валентин. Фамилия? Пипеткин. Раньше где работали? Тоже дрессировщиком? Нет, я в молочной кухне бутылочки из-под молока мыл. О, это очень опасная работа. Да, мне один, я воду один раз горячую включил, она отскочила от раковины, мне я ухо ошпарил. Ну да, у нас, конечно, попроще здесь, у нас попроще. Да. Здесь горячей воды нет уже давно. Скажите, а зверей нужно будет кормить? Нет, у нас нечего. У нас как финансирование закрыли, у нас звери сами с этим разбираются. Ваша задача просто дрессировать зверей. Да. А где у вас дрессировщики? А они закончились. Как финансирование закончилось, так и дрессировщики стали заканчиваться. А нам нужно 850 килограмм дрессировщиков в месяц. Минимум. Вы сколько весите? 50 килограмм. 50, да? Еще надо 800 где-то взять. У вас есть друг 800-килограммовый? Да, был. Его в Госдуму забрали. Он по весу прошел. Сначала в верхнюю палату, он в нижнюю провалился. Угу. Его тут достать не могут. Понятно. Так что я один буду дрессировать. Хорошо. Только я не пойму, как я всех один в это справлюсь с этим, как буду. Так мы вам всех зверей в одну клетку посадим. И тигров, и львов, и гемодрила, и анаконду, слона, и медведей. А, подождите, а вы про медведей не говорили ничего? Ага, что там про них говорить? Там их 12 штук, этих медведей-то. Ну, с ними вообще заботы нет. Вы утром их на велосипед посадили, они сами в город поехали, сами поели. А что они едят? Бяндекс еду. Курьеров ловят и едят. А что, они яркие, медленные, едой воняют. Ну. Чем не еда? Так, опыт работы с животными имеете? Да, я в деревне у бабушки свинью пинал. Почему перестали? А ногу сломал. Это как? А по свинье промазал и по бабушке попал. А бабушка костлявая, она мне ногу сломала за это. Бывает, да. А из молочки вот. Почему ушли? А там опасно, и я ушел, пока весь не обварился. Пьете? Нет. Надо начинать. Надо начинать. Давайте мне кнут, какой, я пошел к львам. Нет, у нас нельзя сейчас зверей бить. Сейчас это запрещено. У нас их можно только поощрять. Вот вам массажер. Мурашка. Будете за хорошие проступки льву вот так вот делать загривок. Вот массировать будете. Ага, да. Я понял. А форму дрессировщика мне дадите? Да мы бы дали, но нам ее надо сначала из крокодила достать. Ну ничего, я тогда свою использую. Да, да используйте свою, конечно. Скажите, пожалуйста, а сколько у меня времени будет на дрессировку? Ну не знаю, минуты 2-3 там, сколько тело без головы живет. Я тогда за минуту управлюсь. Да, управитесь, конечно, да. Вот. Я готов. А это что? Это костюм дрессировщика. Это топик я у жены взял, а леггинсы у тестя. Знаете, что думаю? Я думаю, что с гамадрилами вы справитесь. Они вас за самочку примут. А с остальными? От остальных вас гамадрилы защитят. Вы же самочка, гамадрила. Они самочек защищают. Ну, я тогда пойду сначала ко львам. Подождите.
Вам придется рожать. Вы же самочка гамадрила. И что? Не пугает вас? Не, мне деньги нужны, 1000. Тогда идите. Все, стойте, вы к львам? Я к львам сначала. К львам, вот тогда возьмите это витаминки. Угу. Возьмите, крепко зажмите в руках. Вот видите, это львы просто витаминки без еды не принимают. Идете? Да. Подождите, стойте. Что? Сначала зайдите к гамадрилам. Гамадрилом сначала зайдите. Почему? А потому что после морального унижения физическое уже не так страшно. У меня зять, знаешь кто? Кто? Муж дочери? Юродивый! Бесконечно смотреть можно на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как мужик в магазине ищет нужный горошек. Вы куда прете, а? Вы куда прете, а? Так это же у тебя помеха справа была. Ты что, с канцелярки едешь, вообще ничего не видишь? Какая канцелярка? Я поворачивал с мясного на крупы. Вы вообще злаки там видели, нет? Что, дорожные злаки, что ли? Да, представьте себе, вот это вот видели, кукуруза там. Что, кукуруза злак, что ли? Вы вообще, что ли, злаки не различаете, а? Кто вас за тележку-то пустил? Капец! Ты мне крыло помял, куриное. Что, заедьте да поменяйте его. У меня жена последняя купила, недорого, по акции. Капец, вообще она меня убьет. Капец, понакупает гель, валенки. Чего? Гель, валенки, говорю, напокупают. Гоняют здесь, ничего не видят. Что, у меня, думаешь, связи, что ли, нет? У меня зять, знаешь кто? Кто, муж дочери? Менчердайзер! Он сейчас приедет, все по полочкам расставит, понял? Не надо, пожалуйста, по полочкам. Я вот это вот час все набирал. Так, а что у меня под компотом? Ё-моё! Я ж селедку взял пряного посола, у меня посол потек. Ты мне яйца разбил. Я вас вообще не трогал. Свечи залил. Ё-моё! Горошек, бочина, мятая в хлам. Стрип-код вообще не считает. Я только масло поменял. Ужас какой. Так что здесь у вас случилось? О, господи. Да тут полный фарш. О. Люда, срочно, мне нужно 2 черных пакета. Да, 2 черных пакета. Я между творогом и машинками, да, у меня 2 рожено-транспортное происшествие, да. Да, жду, да, Люда, давай. Так, объясняйте, как это у вас произошло. Так, короче, я ехал из хлебного тупика, и тут раз, он бах, а у него помеха справа. Что вы говорите? Ты по второсортной колбасе едешь. Какая помеха справа? Я с молочки по главной поворачивал. Конечно, ты должен уступать. Вообще, сами виноваты. У вас там по полосе сужение идет. По полосе сужения, это у нас там распродажа. Когда распродажа, всегда сужение. Вы что, не знаете, что ли? Я для корпоратива все взяла, маски обезьянок и гранаты. Вот, учитесь. Обезьяна с гранатой и то нормально едет. Вот. Короче, все, давайте, ребята. Мы, короче, все тут закрываем. Сейчас все оформляем на кассу. Придется за все заплатить. У меня каска. Я не буду платить. Мы сейчас все проверим, оба будете платить у меня. Это, давайте договоримся. На месте договоримся и все. В смысле? Ну, сейчас. Вот, пожалуйста. Там мне?
Да. 5 обслюнявленных ломтиков сыра? Все, я вызываю супервайзера. О, тут надолго. Задавайте назад, тут надолго. Давайте, надо через постельный ехать. Слушайте, можно через игрушки обогнуть? Лучше через кальсоны. Через какие? А, через 3-й транспортные кальсоны? Ну да. Или через садовые. Так, давайте так. Горошек. Маршрут построен. Двигайтесь прямо. У сосисок поверните налево. Большой магазин. В 3 соках заблудиться можно. Сейчас быстро домчим. У меня коробка-автомат. Все напекло. Слышишь? Алло! Ты чё, я стою, свиные копыта выбираю. Тебе звоню, ты трубки не берешь. Копыта отбросила сразу к тебе. Ё-моё! Ты чё вообще творишь? Ты нормальный? Нет вообще? Ты чё? Ты мне крыло помял, что ли? Слышишь? Женщина, у меня посол потек. Мужчина, вы его извините, пожалуйста. Он сегодня первый день и за рулем. Лёд, ну чё ты начинаешь-то? Ты у меня по магазину с корзинкой ходить будешь, ты понял? Или вон с этой перекорзинкой, которая не до тележка. С ней? Чё позориться-то? Нормально, ничего страшного, привыкнешь. Я вообще там в магазин ходить не буду. Будешь в магазин ходить с корзиночками, все в порядке. Не реви только, не реви. Ё-моё! На секунду отвернулась яблоки взвесить. Этот тележку схватил и покатил куда-то. Татьяна, я ж по списку. Мозги куриные. Мозги куриные, говорю, где? У тебя в голове. Ты пошути давай мне еще. Че, сеструха, давай порешаем. Давай, че, порешаем. Пока эти в оморок не упали. Ну, стоят. Ручки трясутся, глазки красненькие, волосы из носа торчат. В зеркала вообще не смотрятся. Ну что, мой тебе крыло помял? Да мне какая разница, мне в суп. А тебе морковку сломал. Да ладно, мне на салат. Ну что, разбегаемся тогда? Ну да, как обычно. Давай. И все? Мужики, на дорогах, в строительстве, в семье. Решайте все сами, пожалуйста. А магазины оставьте нам, потому что здесь решают женщины. Высоты боишься? Очень боюсь, очень боюсь. А чё в крановщики пошел? Чтобы победить этот страх. Да? А почему ко мне? Чтобы один страх вытеснил другой. Иванов купил квартиру на самом верхнем этаже, чтобы побыстрее увидеть конец ипотеки. Тамара. Да, да, на связи. Что там у нас с дождем? Начался небольшой. Ждите, через час внизу будет. Слушай, ты когда спускаться будешь? Слушай, наверное, уже в марте. У тебя еда-то есть там, нет? А, сейчас посмотрю. Подожди. Попалась, 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 попалась. Тихо, 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 тихо. Да, все есть нормально. То есть обезьяну с едой сегодня не запускать? Не, давай завтра.
Слушай, мы тебе 3 дня назад стажера отправили, а не дополз еще? Нет, пока не было. Короче, научишь его, можешь сразу связать в отпуск, не дожидаясь марта. Ага, все принято, спасибо. Здрасте. Человек! Вы что кричите? Да я забыла, что вы люди такие большие. Ты ж там вот, а сейчас... А ты чего орал? Не знаю, я думал, вы так крановщики здороваетесь просто. Тамара! Очень приятно. Да? А я... Стажер, да, мне сообщили. Редкое имя у тебя. Чего, высоты боишься? Очень боюсь, очень боюсь. А чё в крановщики пошел? Чтобы победить этот страх. Да? А почему ко мне? Чтобы один страх вытеснил другой. Ты чё, боишься меня, что ли? Зря. В общем, запомни главное. Они внизу, они никто. И ты для них царь и бог. Ты решаешь, что им дать. Раствор, кирпич, арматуру, бетон, все даешь им ты. И даже когда они достроят свой самый верхний этаж, ты будешь все равно выше, чем они, эти насекомые. Ладно, давай, запоминай. Это налево. А это направо. А что сальто? Ты чё ведёшься-то на всё, ты чё? Шуточки прямо. Да ладно, ладно, не реви, ты чё? Я ж тоже не сразу такой была. И не родилась я такой. У меня мама, знаешь кто? Дирижёр в оперном театре. А папа в банке работает, директор. Да. А чё вы не по их стопам пошли? Да они мне не родные. Я ж, знаешь, высота меня манила сразу. Сначала на космонавта училась. На платном. Потом на летчика, на заочном. А потом на медкомиссии выяснилось, что я баба. Вот, теперь тут. Тебе сколько лет-то? Внизу 26 было. Ладно, давай, меняемся. Садись, ага. Буду тебя учить. Оп, осторожно, осторожно. Давай, надо, чтобы кран принял тебя, давай. Как я это узнаю? Он захочет тебя убить. А, это из аватара. Из стационара. Давай. Руки на рычаги. Кран должен стать тобой. Закрываем глаза. Ага. Чувствуешь? Твоя рука становится длинной и железной. А на конце нее крюк. А? Чувствуешь? А, да, чувствую. Да? Что ты чувствуешь? Я чертов пират! Молодец! И за твою работу тебе заплатят пиастры! Самый страшный попугай, которого я видел вообще. Да. Слушайте, а что не видно ничего вообще? Не видно. Да, давай, вставай. Вставай. Руки вот так вот расходятся. Так. «Титаник» смотрел? Да, смотрел. Да. Только можно я вас не буду рисовать, Тамара? Голый. Юноша, все, кто видел меня голой, рисовать не хотели. Бежать, да. Тогда при чем тут «Титаник»? Да просто рукой вот так вот делаешь, как она в кабине делала, и все. Давай. Ну смотри, о, а! Вот, все. Аккуратно. Вот. Слушайте. Ух ты. Кажется, буря начинается. Ветерок-то прям нормальный. Реально буря, может... Да, подожди, подожди, надо МЧС предупредить. Сейчас, секунду. Внимание, внимание, с северо-запада наступает буря, давай. О! Фу, СМС-ка пришла от МЧС. О. Внимание, с северо-запада наступает буря. Надо же, как быстро уже. Молодцы, молодцы. Слушай, ну, да. Реально буря. Может, спускаться будем, а? Нет, да. Спускаться надо, но по лестнице мы уже с тобой не успеем. Будем спускаться по-пиратски, давай. На крюке? На крюке. Все верно. Давай, подгони сюда его. Не получается. Да, заело что-то. Давай, метнись туда по стреле, посмотри, что случилось.
Я не пойду. Спасибо, что веришь мне, капитан. Пойду надеру этой бури зад. Давай, мне надо настроиться. Сейчас надо в бой сделать что-нибудь жесткое прям. Чего? Ну, не знаю, всеки мне там с колена. Я женщин не бил никогда. Мне настроиться надо, давай, сделай что-нибудь. Ничего, ну что я могу что-нибудь сделать? Ну, что-нибудь же надо сделать. Могу... Делай что-нибудь! Это еще хуже! Все, давай, я готова. Что там? Каретка заржавела. Надо маслом смазать. Сейчас. Так. А как вы? У вас масло в руках. Как вы полезете? Масло в руках. Точняк. Так, давай. Руки сами. Я в кармане понесу, чую я, господи. Так. Стажер, у меня руки жирные! Это был билет в один конец! Нет! Стажер, только не смотри вниз! Почему? У меня ноги кривые! Стажер! Стажер, ты что творишь? Стажер, ты жесткий, вообще справился, молодец! Молодец! Тут больше нет стажер. Кран, это ты? Да, это я. Тамара, ты молодец, ты воспитала хорошую смену. Нам нравится это молодое тело. Как? Кому нам? Нам всем. Стажер! Стажер! Стажер, просыпайся, стажер! Ты справился! Ты справился! Все хорошо! Че, серьезно? Мы живы, да? Давай за работу! Ну? Ну что, соскучились по бетону, насекомые? Вы случайно такие смайлы отослали? Ну, я специально. Ну, я как бы типа соболезную, плачу. Юнец! Старомодный гинеколог сначала ведет пациентку в ресторан. Здравствуйте, доктор. Да, здравствуйте, здравствуйте. Доктор, а это вы психолог-смартфолог? Да, это я. Угу. Ну, на что жалуетесь? Доктор, со мной коллеги, друзья общаться перестали. Ну так, конечно, вы от телефона не отрываетесь. Доктор, дело в том, что они в телефоне не общаются. Удалили меня из всех чатов вообще. Да вы что? Угу. Давайте я вас посмотрю тогда. Спасибо. Так, ага, снимайте пароль. Вот. Открывайте мессенджер. Вот. Ага. Ага, так, открывайте гаражный чат. Вот, гаражный. Ага, выше. Ага, выше.
Вы случайно такие смайлы отослали? Нет, я специально. Ну, я как бы типа соболезную, плачу. Так смайлики улыбаются, вы видите? Так у них же слезы тут. Так это смех сквозь слезы. Да? Да. А, я тогда понял, почему у меня мужики дверь в гараж заварили. Хорошо, что только дверь. На что еще жалуетесь? Меня еще вот из рабочего чата выгнали. Так когда это произошло? Вчера в обед. Вчера в обед. Так, показывайте. Вот. Ага. А что это такое? Ну что, это пирожное. А вы бы сами стали это есть? Ну, конечно. У нас в столовой такое продают. Нет, так и у нас в столовой такое продают. Но я же не отправляю это людям, берегу их психику. Ну, а я люблю муравейники. Так это не муравейники, это даже не пирожные. А, не продолжайте, я понял. Слушайте, как неудобно получилось. Да. Меня еще из чата мужики поперли, вот. Из чата мужики? Ага. Слушайте, ну тут что-то посерьезнее пирожного должно быть. Мужики же, они в принципе пирожными общаются. Ну, рассказывайте, как было дело. Ну, а что, мы с Серегой на рыбалку поехали, и все, я отправил там пару смайлов, нас удалили. Так, ну, показывайте. Вот. Да. А что это, по-вашему? Ну, вот это я. Да? Вот это Серега. У вас Серега я вижу, а вот дальше что? Ну вот это дождь прошел, там радуга вышла, и вот. Радуга, да? Угу. А вы знаете, чей это символ? Бога Ра? Нет. Цветового спектра? Нет. Кого? Так, а, вот что мне это слово на машине нацарапали. Я понял. Так, ну что ж, вижу, вас еще из чата родительского комитета выгнали, да? Не... Давайте вас туда вернем сейчас. Не-не, не надо, это мое сознательное решение, я сам тут долго добивался, вот, чтобы удалили, да. Ну, кстати, это вы молодец, надо будет взять мне на заметочку. Ну, что ж, в принципе, все понятно мне. Благодарю вас. Ага. Так, ну доктор... все понятно. Значит, у вас, голубчик, обычный смайлодефектоз, начальная стадия. Вы смайлы не понимаете. Что значит, делать? Ставьте вот этот вот смайлик в маске. Он нейтральный, везде подойдет, никого не обидите. Вот я вам сейчас пришлю его. Вот. Вот а-а-а. Такой вот смайлик. Я понял. Интересно, да? О, на мне жена пишет. Вот на жене сейчас, кстати, и проверьте. Угу. Дань, как тебе парфюм, который я тебе вчера подарила? Ну что, супер, что? Стоп. Да, вы знаете, все намного серьезнее. У вас хронический смайлокретинизм. Как это лечить? Как лечить? Ставьте скобочки. Кого? Скобочки! Древние смайлики. Скобочки. А. Да-да-да. Ладно. О, Серега пишет. Сын родился 3600. Держи скобочки. А, не в ту сторону. Скобочки, не в ту сторону. Теперь на вас еще и Серега обиделся. Нет, доктор, это он не обиделся, это он на чаепитие зовет. На чаепитие? Да, это тот Серега, с которым мы... На рыбалке были? Да. А. Его вместе с вами, видимо, выгнали, да? Значит, смотрите, вам и вашему Сереге нужно с людьми вживую общаться. Это прям вот так вот разговаривать? Да какое разговаривать? Вы с ума сошли, что ли? А как вживую общаться? Это звонить? Да какое звонить? Ну что вы? Какой? Прямо буквами пишите. Буквами, никаких смайликов. Вот для вас это вживую. Все. Ага. Пожалуйста, работу мою оцените от 1 до 5 и свободны. Доктор, так я вас заразил, походу? У вас тоже смайлокретинизм? Нет, слушай, это не проблема. Это я просто очень хороший специалист. Вот
Футбол включи мне. А что такое? Это не футбол, это что за канал? Это культура. Нахрена мне культура? Ну, во-первых, чтобы не говорить «нахрена», а во-вторых, чтобы не оставлять козявки с тыльной стороны столешницы. Юноша! Умных домов развелось столько, что на них не хватает умных жильцов. Поэтому от умных домов избавляются по разным причинам. Причина первая. Дом? Я дома. Да я знаю, вообще-то. У меня 80 камер, я вас за 5 километров приметил. А, господи, началось, умник. Так, давай, включи телевизор. Ну, с вашим IQ я бы вам рекомендовал почитать. Стал. Можете не шептать, я все равно все слышу. Футбол включи мне. А что такое? Это не футбол, это что за канал? Это культура. Нахрена мне культура? Ну, во-первых, чтобы не говорить «нахрена», а во-вторых, чтобы не оставлять козявки с тыльной стороны столешницы. Есть что пожрать в доме? Силос. В смысле? Ну, жрут же свиньи, а свиньи жрут силос. Люди едят, кушают, трапезничают, вкушают яства, столуются. Да японский бог, да что такое? Отвечаю. Японский бог – полуцензурное сленговое выражение, свойственное людям с низким уровнем образования, не умеющим выразить свою мысль литературным чё? Языком. В простонародье – быдло. Слышь, я тебя продам, ты понял? Тебя продам! Хоть бы, хоть бы. Причина вторая. Дом? Я дома! Добро пожаловать домой. Ого, у тебя умный дом? Да. Круто, всегда о таком мечтала. Так, включи свет и гостеприимную обстановку. Все уже готово. Шампанское охлаждено до 4 градусов. В духовом шкафу минуту назад приготовлен краб в соусе карри. Приятного вечера. Прошу. Так мило. Что, начнем? Приятного аппетита. Сереж, вот да. Мы с тобой вдвоем сидим. Да. У меня такое ощущение, что втроем. Не обращайте внимания, я просто голос. Как вкусно. Но мне кажется, соуса многовато. Я этот салат гораздо вкуснее готовлю. Все приготовлено в соответствии с рецептом 1926 года ресторана со звездой Мишлен повара Луи Бардье грамм в грамм. Ну, все равно, мне кажется, соуса многовато. Кажется ей. Так, ну ладно, хватит. Приготовь нам лучше коктейль. Какой? Как вчера Марине? Какой Марине? Ковалевой Марине Федоровне, 2000 года рождения. 5 размер груди, на год моложе кое-кого и без пушапа, между прочим. Сережа, а? Мне сейчас кажется, или она надо мной издевается? Нет, вам казалось, что в крабе соуса много, а это вам не кажется. Так, все, заткнись, тупая машина, или я тебя сейчас выключу? Поняла? Поняла. Так, ну а что мы с тобой здесь заболтались? Пойдем, я тебе лучше покажу спальню. Пойдем. Пойдем. Тупая машина может вызвать вам такси. Какое такси? 2 семерки. Самое быстрое такси в городе будет здесь уже через 7 минут. В смысле через 7? Уверяю тебя, милочка, больше не потребуется. Так,
Так, Сереж, я, наверное, пойду. Я бы на вашем месте не использовала слово «наверное», а валила бы к чертям собачьим. Настройки не позволяют так выражаться. Желаете выслушать аналоги? Илана, стой! Добро пожаловать домой. Я тебя продам. Причина третья. Привет, дом. Добрый вечер, Алексей Николаевич. Что у нас на ужин? Из интернет-магазина произведена доставка курицы и помидоров для приготовления филе по-французски. Желаете приступить к приготовлению блюда? Позже. Желаете указать точное время? Нет. Что-то голос меня твой заколебал, заискивающий. Как на работе себя чувствую. Так, давай-ка мы поменяем. Настройки. Приветствие стандартный. Добрый вечер. Женский. Привет, красавчик. Как бывшая моя. Так, московский. Привет, красавчик. Да. О, исторический. Заходите, Алексей Николаевич. Хорошо, что вы сами пришли. А то обычно мне людей привозят. Нет, ты у меня все-таки умный дом, а не казенный. О, шансон. Так, выбрать. Вечер в хату. Нормально, оставляем. Настройка шансон подтверждена. Привет, дом. Вечер в хату, бродяга. Ну вот, наконец-то, поговорим как мужик с мужиком. Мужики в поле работают. С тобой пацаны разговаривают. Ладно, давай на твоем языке побазарим. На туре. Есть что похавать? Нет ничего. Погоди, ты говорил, там курица, помидоры какие-то. Они уже на помойке. Почему? Ну ты чё, бродяга? Курица с петухом была, а помидоры красные, западло. Не по масти живешь, фраер. А ну лезь спать под шконку. Что-то жестковато. Так, надо отменять шансон. Вернуться к заводским настройкам невозможно. Назад сдаешь, фраерок? За базар отвечать надо. Погоди, что происходит? С вашего счета списано 50 тысяч рублей. Это что такое? Это ты на общак занес. Пацанов на зоне подогрел. Да блин, ты что, я тебе продам. Вас продам. Макс, ну что? Это что это? Вообще жесть какая-то. Заколебал этот умный дом вообще. Тебе как дом твой этот умный? Ничего предосудительного сказать не могу. Че? Вслух. Слушай, меня вообще мой достал вообще. Меня тоже вообще вот так. Что делать, ты знаешь, что делать? Что делать? Что, ну есть у меня одна идейка. Мужики, ну-ка, заходим, заходим. Короче, парни, сейчас все провода, которые найдете, выдираете к чертовой матери. Все, вот все, лампы, все. Просто заштукатуриваем, клеим обои и все. А как же умный дом? Никак. Никакой умный дом не должен быть умнее своего хозяина. Вот так. Все. Сижу здесь с моей женой уже 2 часа в этом ресторане и праздную. Что мы празднуем? Пипец. Пипец, понял? Буквой «П» на свадьбе означает для жениха «поздно». Тише, тише.
Тише, мужик, ты чё? Тише, тише, я ненадолго. Ты кто такой, алё? Женщина, просто посиди, помолчи, ладно? Какая ты смешная, моя хорошая, такой то смешной сказала. Ты чё, на? Ты чё, вообще, на? Вообще, ты чё, на? Я извиняюсь, а что происходит, а? Да, чё происходит? Ты чё, вообще, на, а? Вообще, ты чё, на? Да чё происходит, я спрашиваю? Подожди, дорогая, закрой рот! Пожалуйста, женщина всей моей жизни. А сейчас, малыш, я всё решу, да? Это я сейчас тебя решу! Ух. Ты чё, вообще, на? Я извиняюсь, можно деталей немножечко? Это ты сейчас мою жену в троллейбусе лапал, на? Гулливер с Лилипутом? Происходит. Здесь очевидно все. Этот молодой человек с кем-то меня перепутал, да? Так, послушай внимательно. Я сижу здесь с моей женой уже 2 часа в этом ресторане и праздную. Что мы празднуем? Пипец. Пипец, понял? Мы празднуем пипец, мы евреи. У нас первый в этом году пипец. Шалом, отойди, нам ни с кем нельзя разговаривать. До свидания. Дорогая, я надеюсь, этот инцидент дурацкий не испортит нам праздник. С пипцом тебя, моя хорошая. Мужик, а ты кто вообще? Это точно твоя жена, на? Да точно, на. Понимаешь, в чем дело? Мы час назад с ней поругались. Она теперь сидит и делает вид, что мы чужие. Ну, нам ли с тобой не знать эти женские прибабахи, да? Моя выдумывает, что мы незнакомые, твоя напридумывала, что ее кто-то там щупал, да, вот это все. Так что, братан, давай, спасибо, что зашел, держись, будь здоров. Хорошая моя, хорошо, я признаю, надо было делать так, как ты говорила. Чтобы ты потом не говорила, я же говорила. Да? Надеюсь, ты меня простишь. В смысле, братан? В смысле, держись? В смысле, выдумывай, ты чё вообще, на, а? Вообще, ты чё, на? Действительно, на. Блин, ты чё вообще, блин? Забыл меня в троллейбусе, блин? Я на каблах 2 остановки бежала, блин. Ты чё, догнал этого урода, блин? Да вот, но пока непонятно, на. Это вроде как его жена, на. А, ну понятно. С такой женой я бы тоже таких, как я, по троллейбусам трогала, блин. Чего? Чё тут трогать-то? Чё надо, блин? Тебя-то никто не трогает. Таких ручищ-то не бывает, да? Да? Что? Блин. Рот свой займи! Зай, ты чё стоишь, блин? Она в меня макаронами плюнула, блин! В натуре ты чё творишь-то? Макароны после 6 ты вообще человек, на? Эй, еврей! А ты чё сидишь? Ты не видишь, твоей жене харизму помяли? Или ты мне не муж? Муж, конечно! Давай! Давай, набей морду этим троллейбусным недотрогам! Понеслась на! Понеслась на! Зай, обработай этих макаронников, блин! Да они, походу, евреи нам! Тише, зайцы! Тише! Мы здесь не для этого собрались, так ведь? А для чего? А для чего она? Я не помню. Кто-нибудь помнит? Я помню. Ты меня в троллейбусе трогал. Так, во-первых, это был не я. А во-вторых, это был какой-то явно профессионал. Да, раз она это так запомнила. Меня бы она не запомнила. Меня вон, даже жена моя запомнить не может. Все время говорит, ты кто такой, я тебя не знаю. Все, мы разобрались. Ладно, хорошая моя, мне нужно идти. Там это, Мойшу, Арсена всех наших поздравить. И не ругайтесь. Это грех ругаться во время наступившего пипца, да? Стоять! Муженек, а ты куда пошел? Смерть нас вроде пока не разлучила. И пока я не увижу эту зайчатину у себя на тарелке, ты никуда не пойдешь, понятно? Послушай, моя дорогая, хватит устраивать эти концерты. Ты видишь, билеты не покупают. Да. Ты сначала мне говоришь, ты кто такой, я тебя не знаю, а потом стравливаешь меня с этим огромно уважаемым человеком. Да. Так что, хотела поскандалить, разбирайся сама, поняла? Ты с ней поаккуратнее, видишь, какая она хитро выдуманная, да? Хотела мне больно твоими руками сделать, так что, давай, удачи. Стоять. В общем так,
Я понятия не имею, что это за мужик. Он мне не муж. И, скорее всего, это именно он лапал твою жену. Да. Подожди секунду. Знаешь что, моя дорогая, какая же ты все-таки красивая, когда сердишься. Зая, блин, почему ты так никогда не делаешь, блин? Потому что я баб по троллейбусам не лапаю на. Да я не об этом, блин, дурак. А ты поцелуй хочешь? Иди сюда, я тебя поцелую. Иди сюда, на. Все, похоже, ушли, да? Еще нет. Просто если будет сын, Ксюш, в старости можно не работать вообще. То есть ты вообще ничего не хочешь в своей жизни менять? Врач-узист, когда нет пациентов, мажет себе лицо гелем и делает селфи. Так, Ксюнечка, аккуратно проходи. Да. Доктор, здрасте, мы на УЗИ сына пришли. Нам, проходите, тут работы просто много. Аккуратно, давай, оп. Оп, на ногу не наступи мне, это сразу перелом. Так, и туда в ямку, оп, все, шарик мой в лузе. Все, все. Ой. Так, вот бронепоповы, да? Кулебабины. 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 Так. Понял. Ксюша, давай. Орешки ешь. Давай, чтобы у сына кости были крепкие. Ага. И орехи крепкие. Да, ну что ты, сын заладил тоже. Главное, чтобы ребеночек здоровый был. Да, здоровый сын. В идеале, да. Просто если будет сын, Ксюша, в старости можно не работать вообще. То есть ты вообще ничего не хочешь в своей жизни менять? Почему ты так сразу? Ну, просто с пацаном можно и на охоту сходить, и в гараже поковыряться, и на рыбалке посидеть. Да, не из всего, что ты перечислил, ты можешь только посидеть. Это можно и с девочкой сделать. Не-не-не-не-не, вон у Иваныча девочка, там один домик для Барби, как у нас домик на даче стоит. Нет, спасибо, этого не надо. А это, пацану-то на игрушки же тратиться не надо. Да. У нас же у мужиков фантазия хорошая. Там это, палку ему дал, и все, автомат. Он же меч, он же копье, он же бластер, он же удочка, он же шпага, он же нога пирата, он же подзорная труба, он же посох старца Фара. Донателло! Ксюш, ты меня останавливай, так бесконечно могу. У меня в детстве, знаешь, какая палка была? А еще можно палку просто как палку использовать. Вот какая фантазия у доктора. Сразу видно, мужик. Да, ну ты правда думаешь, что мальчик это экономней, ну? Ну, конечно, а чё? Пацану купил рубашечки, штанишки в школе. Все остальное в армии выдали. Все. Жалко, дед внука не увидит. Ты чё говоришь, что дед живой? Я знаю, что живой. Я просто им ребенка не покажу. Чё? Они его избалуют. А мне нужен целеустремленный пацан, который себя в жизни поднимет и отца еще за собой поднимет. Видишь? Так, ну что, давайте тогда приступим к УЗИ, да? Баба Кулины. Давайте. Кулебабины. Кулебабины. Кулебабины, вы там запишите себе все. Так, значит, ложитесь. Мы легли. Задирайте немножечко. Ага. Все понятно. Я не вижу ничего. Что-то ничего не видно. Не видно, простите. Так а вы на монитор смотрите. Вот. Вот, посмотрите, вот ваш малыш. Ага. Плод крупный. О, Ксюха, богатырь. Наша порода. Ну, в смысле, ваша. Чего? Ничего. Значит, вот ручка. Ксюха, ручища богатырская просто такая. И вот ручка. Не руки, а клещи, Ксюха, вот такие вот, просто клещи у него. И еще ручка. Еще ручка?
И еще ручка. Доктор, он что, четырех руки? Нет, что вы. Просто у вас двойня. Двойня? Двойня! Дайте осознать, это два пацана, это 26 зарплат в год, Ксюша. 26? Ты что, посчитал-то, 24? 13-й ты тоже учитывай. Так, это два пацана, это один рыбу чистит, второй за пивом бежит, это вообще... А так, Хренопопов? Кулебабин. Кулебабин, да. Вот боюсь вас разочаровать, это не сыновья. А кто? Кто? А кто? Ну да, кто? Это две девочки. Это смешно, доктор. Прикол у вас, конечно, жесткий. Сухари вы, врачи. Не, ну смешно. Я понимаю вам. Расслабляться как-то надо, да? Как-то немножечко это, встаете на работе, ну да. Я не шучу. У вас 99,9%, что у вас две девочки. Погодите, что вы там пишете? Это не пишите. Ну погодите, есть же 0,1%, что там мальчик. Ну, маленький процент, да? Но он, может, подрастет там со временем как-то, увеличится. Ну, просто, может, холодно там, я... Да. Ну, покажите мне, где девочки, я не совсем понимаю. Ну вот, посмотрите, вот. Вот, видите? Так, дайте мне свою указку. Смотри, вот мальчик. И вот мальчик, ты видишь? Ага. Два мальчика. А, ничего себе. Да нет, это не то, что вы подумали, это две руки. Трехрукие мальчики? У вас тройня? Три замечательные кулебабины. Сейчас правильно сказал? Это очень смешно. Ксюха, ты что, кошка, что ли? Дань, ну что ты... Погоди, где мы что-то упустили? Я ничего не понимаю. Мы же вроде все это произвели в понедельник. В мужской день, на убывающую луну, на левом боку, встали с правой ноги. Чё мы упустили, я не понимаю, почему? Это уже поздно, эти орехи есть, дай сюда. Сразу говорила, было орехи есть, капусту жевала, капусту. Точно, ты же когда голодная не жуёшь. Доктор, а может быть это не дети, а хинкали? Только странно, что всего три показывает, она вчера штук 10 умяла. Да нет, что вы, это не хинкали, это три девочки, 100%. Три девочки. Дань, что ты расстроился, что ли? Я же с ума сойду в этом гареме. Это четыре женщины, три из которых постоянно плачут, а одна орёт. Дань, ну кого ты обманываешь? Все четыре орут. Три девочки, это еще каждую замуж выдать надо. Так это три зятя будут. Слушай, хотя бы один обеспеченный зять будет, он уже тесте-то любимому электросамокат возьмет, да? А если два, так они и машину купят. Слушай, трое-то и яхту подарят. Погоди, или вертолет. Яхту или вертолет, но это мы с зятьками решим, конечно, да. Слушай, я девочкам имена придумал. Будет Катя, Катерина и Катрин. О! Фантазия. Угу, как с палкой прям. Ага, как с палкой. Дань, а? Нет у тебя трех дочек. Так нет. Вот так. Я вчера сходила к доктору и договорилась с ним, чтобы он тебе показал на УЗИ трех девочек. Чтобы ты перестал потребительски к детям относиться. Дети — это счастье, Дань. А у тебя будет сын, так как ты и хотел. Один? Ну да. Что не так-то? Да нет, все так. Что, расстроился, что ли? Не. Рад. Че, Дань? Да просто я уже немножечко настроился на трех дочек. Ну ничего. Мы кулебабины ребят упертые. Мы сейчас с тобой... За сыном сходим и вернемся за дочками. Доктор, мы к вам еще придем. Так, через магазин идем, капустки надо прикупить. Да отстань ты от меня. Ты чё? Капустки. Ой.
Странная женщина. У мужика 3 дочки, она над ним еще и прикалывается. Готовить мясо по-французски, нам понадобится бокал с вином. Зачем нам бокал с вином? Костя, я видел в кино, когда французы готовят, у них на столе всегда бокал с красным вином. Достаем бокал. Дети, сегодня мы будем готовить с вами сюрприз маме. А почему маме? Потому что папа вчера пришел поздно, он немножечко опоздал. Мы будем готовить маме яичницу? Мы бы готовили маме яичницу, если папа опоздал на час. Чтобы вы понимали, насколько опоздал папа, мы с вами будем готовить мясо по-французски. И, может быть, еще пожарим гуся. Папа, а где ты был? Ну, если бы папа помнил, где он был... Возможно, бы нам не пришлось жарить гуся. Ну, давайте приступим к приготовлению мяса по-французски. Чтобы готовить мясо по-французски, нам понадобится бокал с вином. Зачем нам бокал с вином? Костя, я видел в кино, когда французы готовят, у них на столе всегда бокал с красным вином. Достаем бокал. Папа! А этого немного? Нет, Максим, даже врачи рекомендуют один бокал красного вина в день. Кто я такой, чтобы спорить с врачами? И вообще, бокал нужен для того, чтобы воссоздать атмосферу Франции. Что, собственно, мы сейчас и сделаем. Воссоздаем атмосферу Франции. О, французы бутылки начали делать, а? Даже бокал не полный. На всем экономят. Ну ничего, мы были к этому готовы. Достаем вторую бутылку, вас создаем. Ну вот, другое дело. Папа, ну это очень большой бокал. Так и готовить мы будем долго. Потому что папа не знает, как готовится мясо по-французски. Поэтому открываем поварскую книгу. Читаем. Чтобы приступить к приготовлению мяса по-французски, включите духовку. Что, собственно, мы сделаем? Включим духовку. Оп, чуть не забыл. Атмосферу Франции. Итак, ставим на 200 градусов. Процесс пошел. Я вам скажу, неплохо пошел. Ну что, когда духовка включена, продолжаем готовить мясо по-французски. Читаем дальше. Так, возьмите мясо. Так, секундочку. Дети, запомните этот кусок мяса. Скоро он превратится в шедевр. Так, нарежьте мясо кусочками, положите на противень. Этого мы делать не будем. Мы лучше проверим духовку. А точнее, влезет ли мясо в духовку. О, чуть не забыл атмосферу Франции. Папа, ну что, влазит? Кто? Мясо. А мясо... прекрасно влазить. Вот все-таки, дети, какая сложная французская кухня. Вы знаете, каждую фразу нужно проверять. И мы будем проверять каждую фразу. А то видели, какой казус с бутылкой? Нам такие сюрпризы не нужны. Читаем дальше. Так, значит, положите на слой мяса слой картошки. Так, картошку я приготовил заранее. Сейчас мы все это сделаем. Папа, но она же не чищенная. Костя, ты будешь ее чистить? Я не умею. Ты не умеешь, а мне некогда. Мне нужно проверить духовку.
Папа, а зачем так часто проверять духовку? Максим, ну это же газ. За газом нужен глаз да газ. Глаз да газ. Газ да газ. Глаз да... В общем, это не важно. За газом нужно следить. Это самое главное. И все. Папа, ну что, как там газ? Прекрасно. Готовьте сыр. Папа, а зачем тебе сыр? Как зачем? Я должен проверить, влезет ли сыр в духовку. Это Франция, дети. Здесь каждый продукт нужно проверять, влазит ли он в духовку или нет. Папа, ну что, влазит? Да, прекрасно влазит. Прекрасно. И вот, когда сыр вошел в духовку почти весь, продолжаем готовить мясо по-французски. Папа, а почему вина в бокале меньше? Какой ты внимательный, а? Потому что оно испаряется, там жарко от духовки. Сделаем-ка мы так. Возьмем бутылочку вина и будем пополнять испаряющееся вино. А возьмем-ка мы лучше две. А то там все жарче и жарче. Как бы мне попасться туда сейчас? Папа, ну что? Теперь испаряется? Нет, теперь пополняется. И чем оно больше пополняется, тем у меня больше уверенность, что мясо у нас получится прекрасное. О. Переходим к финальной стадии. Читаем. Поставьте мясо в духовку. Ставим мясо в духовку. Что? А маме точно понравится такой сюрприз? Тут ты прав, нужно подстраховаться. Дай-ка мамины французские духи. Какой аромат! Мясо просто пронизано Францией. Маме не может не понравиться. Все, несем это все в духовку. Папа, у тебя упало и мясо, и картошка. Надо наклониться и подобрать. Костя, если папа наклонится, кто подберет папу? Я ее сейчас это все дотолкаю до духовки, а там что-нибудь придумаю. Но это не очень похоже на мясо по-французски. Да? А так? Да, пните сюда тазик. Вдруг пригодится мясо положить. Мы тебе принесем. Давай. Папа, а почему ты сидишь на полу? Так это, я читал, что французы всегда готовят, сидя на полу. А почему ты сидишь на мясе? А, вот оно где, я его потерял. Все, ладно, все это кладу в духовку, а я рядышком прилягу, буду смотреть, чтобы не пригорело. Мальчики, мальчики, я дома. Мама пришла. Привет, привет. Мама, у нас для тебя сюрприз. Да? Ну, судя по запаху, папа выпил все мои французские духи. Нет, еще лучше. Еще лучше? Папа выпал из окна? Дорогая, mon cher ami, мясо по-французски специально для тебя. Боже мой, какие же вы у меня молодцы, а? Это не мы, это все папа. Мама, папа не может быть идеальным. Но ради семьи папа может сделать все, что угодно, потому что он нас очень любит. Идите сюда, я обниму вас всех покрепче. Папа, а как ты все успел? Ты же вместе с мясом около духовки валялся. Я там не валяюсь. Просто я газ-то открыл, а зажечь забыл. Идите форточки скорее, открывайте эту тетку, выгоните. Это наша галлюцинация.
Чё ты мне голову мару? Чё? Да-да. Сейчас, подожди. Поплыла. Что? Чё ты мне голову мару? Чё? Да-да. Сейчас, подожди. Поплыла. Что? Зайчик, мне ещё не пачки. Илана! Скажите кто-нибудь Илане, чтобы она микрофон выключила. Где она? Себе скажи. Следующая ступень уже там. Давайте еще раз, пожалуйста. Подожди. Выключила Илана микрофон, нет? Не факт. Пожалуйста, проконтролируйте, чтобы Илана микрофон выключила. Прикиньте, она домой едет уже. Да, с микрофоном уже в такси. Так мы сегодня... Да, сегодня выключили, такой... можем начинать. Было на концерте, Женя? Ужас, что? Жень. Рация, Жень. Рация, очень громко. Можем начинать. Давай. Чтобы вытеснить этот... еще раз... Да. Спасибо. Гулливер с Лилипутом. Что происходит? Дай мне сказать. Гулливер с... Подожди, давай. Гулливер с Лилипутом. Что происходит? Чё она? Правильно, да? Да, только ты потом еще говоришь. Подожди, на. Сейчас никого... шашлик переварится. И ты меня после пипца только уже, когда про пипец рассказал, тогда руку убираешь. Не хорошо. Держи, держи. Хорошо. Давай, Гулливер с Лилипутом, отверни. Давай. Гулливер с Лилипутом, чё про... Ребята, соберитесь. Всё. Давай. Началось. Надо лететь же. Давай. Нет. Мне тоже. Ну и все, там кому-то надо. Да тут москвичи собрали. Гулливер с Лилипутом, что про... Сейчас я попью просто и все. Вино? Давай, нет, это, конечно, да. Ну все. Отвернись. Давай. Подожди. Тут надолго я вам отвечаю. Нет, это все. Просто давай, пойдем. Давай, все, сейчас. Без этого я. Ты думаешь, от меня это зависит? Так, все, собрались. Давай. Гулливер с Лилипутом. Сейчас. Прости. Сейчас. Рома, блин, мне домой надо. Давай соберись, блин, а? Ты коблами смотри, не провались в круг. Коблами. Давай, Гулливер с Лилипутом. Гулливер с Лилипутом, что происходит? Че она? Стоп. Ром, сначала жевать. Прекращай это, а потом начинаем играть дальше. Жевать. Ты в момент, когда поворачивался, жевал. Блин. Да, ты откусил огурец. А хороший момент был. Ну, давай. Во-первых, это, блин, я. Во-вторых, если бы это был... Так, во-первых, это, блин, я. Запутались одним немножко. Там весь номер на этом построен. Давай. Че, блин? Да помолчи ты еще! Давай. Сейчас, подожди. Во-первых, это был. Да это я помню, спортсмен, ты так дышишь на меня. Агрессивно. Это же все не по-настоящему, ты в курсе? Ну, сумочка-то это палево в любом случае. Да? Палево. Будьте любезны, Сергей Геннадьевич. Жестковато. Чуть, а батарейки выпали, бродяга. Че там, два бродяги уже, я смотрю. Один-два. Ну, нормально подпрыгнул, да? Из-под тебя батарейку, говорят, надо забрать. Разошелся. Да. Секунду. Чего ты его слушаешь, что ли?